Так, темнеет, все, можно возвращаться. Надо крафтом заниматься. Да, у меня уровень прокачался. Вес, да? Изучай пока это, вес. Что на здесь кусок дерева делал? Не знаю, кто-то его не зарубил, видимо. Нет, в этом. В этом. Ну, в этом. А ты на базе что-то? Да, я на базе, я крафчу. Чтобы уровни прокачать. Да что он такой ненасытный-то? Он у меня опять жрать хочет. Это потому что работаешь. Я не буду больше работать. Ну-ну. Так, дерево в костер, флинт выгружаем. Солому. А солому куда? В ящик. А почему ее у нас нет? Потому что я все забрал. А-а-а. Металл. Металл туда же, в ящик. У тебя дерево есть пока с собой еще, нет? Да. Скидывай в этот костер. Сейчас. Так. Здесь все. Дерево. Мне еще 3 уровня и будет отлично. Дерево, 87 деревьев. Костер. Че, пока не совсем не стемнело, пойти еще деревьев порубить? Ну да, поруби. Ну, стемнеет, я вернусь домой. Возвращайся. Зараза, синий луч недалеко, ну ладно. Все. Приплыли. Топать надо домой. Сломался. Иду домой. Так ты отремонтируй. Так а у меня ж нет ничего с собой. Но ты киркой-то наруби себе. Виталь, нет, ты чего? Немножко. Чего? Темно. Чего мно? Темно. А, темно ему. Ты почему к лучу не бежишь? Он рядом вон. Потому что он синий. Флинта нет. Ну, руби. А флинт у нас. Блин. Надо на месте все ремонтировать, а не это, не таскать. Да я не взял ничего. Я же это самое, все равно не собирался уже на базу возвращаться. Все равно темно. Не могу я ночью ничего делать. Темно у меня. Винт это камень, да, я так понимаю, не? Создал бы какой-нибудь камень, чтобы поблизости.
Он у тебя хоть рубится? Рубится. Я ушел уже от него. О. Ура, я топор починил. Ты где? Здесь. Ну, хорошо, что здесь, а где здесь? Я здесь. Исчерпывающе. Я надеюсь, мы скоро его покинем. Да, еще два уровня. Уже 13-й, отлично. Так, а мне надо, наверное, выгружаться, а уже бежать. Да, дерево, конечно, маловато. Несу еще деревья. В костер, да, деревья? Да, кидай пока в костер. Бежит, вроде жарко ему должно быть, а он показывает, что холодно. Фигня какая-то. 129 деревьев еще я принес. На одну постройку надо 80 дерева. А, ты что-то строишь, что ли? Было я деревья? Крафчу, чтобы уровень прокачать. Блин, вообще деревьев нет. И деревья вырубил. Ну ладно, потерпим немного. Что-то у меня каплюхи какие-то в красном этом свете. Чего? А, воды нету. Пить надо. Я думаю, чё он? А он, оказывается, пить хочет. Утомился мужичок у меня. Сам всем утомился.
Переезжать будем, Ромаху возьмем с собой, нет? Тут валяется. Конечно, возьмем, куда мы без Ромахи. Все, иду обратно. Блин, зараза, синий луч. Так, ну, на трайка, я помню, вроде с 20 уровня можно седло скрафтить, и тогда у нас проблем с ягодами не будет. Он хорошо ягоды добывает. Топор сломался. Ремонтируй. Отремонтировал. Молодец. Стараюсь. Да что ж ты проглот такой, теперь он жрать захотел, а? Обалдеть просто. Потому что ты работаешь. Где дудошки? Надо мясо. Мясо надо, у меня уже мясо кончается. Будем ягодами питаться. Мясо хочу. Домой неси. О, луч синий. Я знаю. Что-то спускается, значит, малыш там уже стоит в луче. Что-то добыл. А, мне тут тоже пишет, что ты забыл, да? Ты дерево принес? Да. Ну, скидывай. Немножко принес. 162 штуков. Солому тебе принес. Че, вес прокачивать? У меня опять уровень прокачался. Да. Вау. Вау, 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 вау. Нифига себе, я уже 9 уровня. Обалдеть. Опять Ромаху с удара вынесу. Если будет на меня опять покатит бочку. А чё луч-то не гаснет? Ты же забирал, по-моему. Я ничего оттуда бы не забирал. А, там нужен уровень большой, да? Да. Понятно.
25-й нужен. Уровень. Так, ну что, еще один уровень, Виталий, и можно будет переезжать. Хорошо. Для этого нужно будет дерево. Тачи дерево. Ну, дерево, конечно, дерево. Больше. Пошел дерево, я вверу дитя. Если в темноте меня сейчас не сожрет кто-нибудь, я ничего не вижу. Аккуратней там. А, хоть как, хоть аккуратно, хоть не, я не вижу ничего. На удачу. Так. А, энергия у меня кончилась, нифига себе. С энергией там аккуратно. Все, я поправился. Я выздоровел. Да, дерева очень мало. О, расцветает. Не расцветает, а расцветает. Расцветает. Ой, почему? Может быть, и расцветает. Я так не Нет. Расцветает. Ура, расцвело. Хорошо, хоть не расцвело. Ах, расцвело. Чего? Сломался топор. Мерзнет он. Маши почаще топором, не будешь мерзнуть. Да, мерз. Мерзный-мерзный Виталькин хвост. Я на гору забрался, тут такие толстые деревья. Ты туда не лезь особо, там рапторы могут быть, я же говорил.
знаю. Вон там идет такой же, такого мы приручали. Дида, да? Трайк. Пусть будет так, как ты сказал. Вообще-то он так и есть, трицераптор. Ну я ж фиг его знаю. Запоминай. О, их тут много. Еще один такой же ходит. Ладно, надо, наверное, возвращаться. О, он уже у меня еле бежит. Нет, мне показалось. А эти пальмы, они не рубятся, что ли? Все рубится.